принципе соответствуют. Тут, видите, загвоздка в чем? Загвоздка в том, что программа, по которой обучают все общие, ну, все образовательные учреждения по категории С, она как бы единая. Но у нас, так как мы выполняем заказ Министерства обороны, по соглашению с Министерством обороны, есть небольшой нюанс. Там дополнительная программа, которую мы должны строго соблюдать. Вот. И там строго указано, на каких видах техники мы должны обучать. Вот. И тут получается такая ситуация, что, как бы сказать, те утвержденные маршруты экзаменационные, которые вот есть на сегодняшний день, формально они подходят. Формально, потому что другие учебные заведения производят сдачу экзаменов на этих маршрутах, формально. Но все дело в том, что наша техника, она немножечко крупнее, чем та техника, на которой сдают остальные учебные заведения.